Привет, это опять я. Девочки, сегодня я вам хочу показать новые платочки, которые я купила, и новые сумочки, которые я сшила. Ну и начнем с платочков, чтобы немножко вас заинтриговать. Я была на блошином рынке недели две назад. Ну, так как я купила очень мало, я решила прикупить еще, но как-то у меня не получается. На этой неделе, вот прошедшие выходные, я проспала, поэтому покажу вам вместе с сумочками. Первый платочек вот такой вот ручной работы. Вы уже знаете эту технику. Это солевая техника. И платочек в красно-черном цвете. Он довольно небольшой, шейный. Можно, в принципе, его носить вот как для украшений на шею, ну, а можно куда-то использовать. Следующий платок. Это тоже шелковый, но это фабричная работа. То есть рисунок сделан не вручную, но мне очень понравился цвет. Это такой нежно-лососевый и нежно-зеленый. Очень красивый. Здесь нарисованы лилии, если я не ошибаюсь, орхидеи. Ну, понравился мне. Следующий платочек – это Оливия. Знаете эту марку, да? Я ее, в принципе, не особо люблю, но мне понравилась расцветка. То есть красивый зелено-болотный цвет, немножко бордового, тоже очень маленький. Тоже можно носить либо с украшением, либо там можно привязать на сумочку, на ручку. Посмотрим. Еще один платочек, вернее, это шарфик. Вот такой вот тоже цвет петролиум. Он не совсем бирюзовый. И вот на нем такие вот листики в виде пейсли. Я вам буду подносить поближе, а то не рассмотрите. Видно там. Красивый. Единственное, что мне не нравится, этот шелк немножко жестковатый. Еще один шелковый платочек. Это тоже фабричная раскраска. Но я очень люблю такие платки. Вот посмотрите. Здесь какие-то гербы, кареты, кольца, цепи. Уздечки очень красивый. Такой нежный бежевый цвет в сочетании с бордовым очень даже хорошо смотрится. Он очень-очень нарядный. Сейчас я вам покажу два платочка. Это полиэстер, но очень хорошего качества. Честно говоря, вот на этот платок я подумала, что это вискоза. Он огромный, конечно. Это марка Бонита. Был новый, с этикеткой. Вот, этикеточка еще, я оторвала ее. Я, конечно же, его постирала уже. Но этикетка валяется. Что мне в нем понравилось? Опять же, этот рисунок пейсли. И, конечно же, зеленый цвет. Красиво. Вот, видите? Он немножко как бы с блеском. Здесь есть вот такие вот просновочки. Вот видите? И немножко так поблескивает. Вот этот платочек похож на предыдущий шелковый. Ой, он похож еще и на русский платочек. В общем, мне было абсолютно все равно, что он из полиэстера. Но посмотрите, какая красота. На ощупь он, конечно же, ну, как шелковый. А мы сейчас посмотрим, где это сделано. Италия. Ну, конечно же, Италия. Я была уверена, только итальянцы делают такой замечательный полиэстер. Очень красивый, очень яркие цвета. Вот я даже с изнанки на него смотрю, он до такой степени яркий. Обалденный. Кстати, кайма, если вам кажется, что это черный, это совсем не черный. Это очень-очень темно-синий цвет. Очень красивый. Ну и вот этот последний платочек, это у нас вискоза. Вот он мне напоминает тоже чем-то вот как бы русские платки.
какой-то интересный орнамент. Ну, он немножко как бы полупрозрачный. Я вам покажу его вот в сложенном виде. Видите, тоже красивый такой, дымчато-серо-синий, зеленый, тоже лососевый, терракотовые цвета. Красивый, конечно. Ну вот, это были все платочки. А теперь я вам покажу сумочки, которые я сшила. Как вы уже знаете, я получила фермуары. И на днях тут начала шить сумочки. Вот первая из них. Это 100% хлопок. Если кто смотрел видео о посылочке из России, это мне присылала подруга из России. Этот хлопок, он с пейсли, очень красивый. И я себе из этого хлопка сшила платье. И вот у меня оставался кусочек, и я сшила сумку. Как подкладку я использовала ткань, которую я вам показывала. Я ее купила во Франции, вот такая вот стеганая. Там внутри кармашек. На кармашке, конечно же, кружево. Вот деревянная штучка, handmade. И вот на другой стороне, немножко не вижу, что у нас тут. Ну, тоже сшито с любовью, там тоже кусочек ткани пришитый, вот как сумочка. И, конечно же, в комплект идет вот такой вот очечник, такого же цвета. Единственное, что, конечно, фермуар другого цвета. Но я должна вам сказать, я была во Франции. Вот такой вот фермуар маленький, вот такой вот, но бронзового цвета, стоит 7 евро. Но это же ни в какие ворота не лезет, это просто безобразие. Поэтому у нас фермуар будет серебряный на очечнике, а сумочка будет бронзовая. Вшила я, конечно же, кедр, вот видите, бордовый кедр, вот складочка немножко замялась. Вот такая вот она, с дном, да. Что я хочу сказать? Я вам показывала выкройку последний раз, и я изменила эту выкройку. То есть, как вы уже обратили внимание, я закруглила вставки. И я сделала сумку немножко-немножко короче, потому что, ну, слишком огромный чемодан получался. Так, теперь вторая сумочка. Вторая сумочка из французского бархата, который я, как и планировала, сшила вот с этим лиловым кедром. Вот видите, лиловый кедр. Я вам покажу, как это выглядит изнутри. Вот такая пестрая подкладка здесь. То есть это вторая ткань на подкладку, которую я покупала. На одной стороне я вырезала кусочек вот этого бархата, пришила. Здесь тоже этикеточка сделана с любовью или сшита с любовью. Опять же, деревянная штучка handmade. Вот на этой стороне сделан кармашек с отделкой голубой лентой. Конечно же, все швы закрыты кружевами. Ой, я, наверное, слишком близко вам показываю, что ничего не видно. Ну и к нему, или к ней, к сумке, да, к ней, вот такой вот очечник, тоже зелененький. Здесь я пришила кружево, и вот тоже такие бронзовые элементы, которые я покупала в магазине Action. Ну и получается, вот видите, внутри очечник, сумочка закрывается, и вот такая. Все три сумки сшиты по-разному. То есть я брала за основу одну и ту же выкройку, но меняла ее. Вот эту сумочку я сделала еще короче. И я здесь, ой, испачкала, заузила дно. То есть, вот видите, у нас идет поворот или загиб вставки. И у нас дно начинается не от угла, а вот сантиметра на два дальше. Когда я начала экспериментировать, я пришла к выводу, что если дно уже, чем вот эти вот стороны, то сумка будет устойчивее, то есть она будет стоять лучше, держать форму.
Поэтому, как я сказала, все три сумки сшиты по одной выкройке, но они видоизменены. Еще одна загвоздка. Вот я вам хочу показать все-таки. Вот смотрите. Когда я шью эту сумку, то есть пришиваю к фермуару, когда сумка сшита, она выглядит очень-очень даже хорошо. Но когда она пришивается к фермуару, вот я не знаю почему, вот видите, как бы впадинка вот по бокам, сверху видно хорошо, видите? И в общем я подумала и решила, что когда мы делали выкройку, мы обводили с вами вот верх фермуара, так как он есть, до угла. И потом вот этот вот угол поднимали. Но я так подумала и решила, что если вот эти вот стороны, вот, вот этот сгиб, который идет у нас прямо, немного опустить, вот именно вот этот вот кусочек, то сумка как бы, середина у нас остается, а здесь как бы подтягивается ткань вверх и образует немножко вот такой наплыв. И, в общем, на третьей сумке я испробовала этот метод. Но я должна вам сказать, в сумках я использую, конечно же, шабрак, чтобы они хорошо держали форму. И вот это можно делать без шабрака. Либо, когда мы пришиваем шабрак, все, что у нас получается после шва, то есть мы можем вот сострочить верх для того, чтобы нам вставить фермуар. То есть я не закрываю верх, я не обрабатываю закрытый срез, я делаю подкладку и сумку вместе, просто отстрачиваю по краю, чтобы они у меня не разбегались, скажем так. И вот в этом случае, если мы сострачиваем подкладку с самой сумочкой, то есть у нас сумочка помимо ткани или платочка там, она соединена еще с шабраком. Вот когда мы их прострачиваем, нужно вырезать этот шабрак, потому что он достаточно жесткий, и когда мы начинаем сумочку загибать, чтобы пришить к этому фермуару, он, конечно, сопротивляется и выглядит не очень красиво. Но я немножко его тут растянула, и посмотрите, какая получилась форма. Вот видите, здесь уже она более пузатенькая. Ну, я думаю, я не знаю, я подумаю. В принципе, оно и так неплохо смотрится. Или я сделаю у следующей сумки, вот именно так, как я сказала, я вырежу шабрак. Ну, и вот такая вот сумочка у меня получилась из платка. Это русский платок, но не Павлово-Посадский. Рисунок называется «Венский вальс», и это такой, скажем, цвет топленого молока, белый, и вот с такими вот цветами, вот видите, вставочки. Это сумочка без кедра, то есть я посчитала, что, ну, как-то не хотелось мне разрывать рисунок, я сделала так, как бы одна сторона переходит в другую. И, кстати, у этой сумки дна нет. То есть вот эта вот деталь, она получается как бы цельная. То есть мы будем, как я вам уже рассказывала, мы можем сделать вот эту вот деталь полностью одной и вшить только боковые части. Но так как мне нужно было подогнать рисунок, я просто вырезала вместе как бы с дном одну половину и вторую. И вот сострочила я их. Сострочила, разутюжила шов и стала шить как одну целую деталь. Покажу вам сейчас внутри. Оп. Внутри, из-за того, что платок вот такой яркий, я, конечно же, использовала тоже белую подкладку. Здесь карманчик сделан. Я покупала как-то салфеточки очень красивые. Ну, наверное, вам там не видно как-то. Они с вышивкой. Ой, как же вам показать, вот так, вот видите, очень красивая вышивка на них, я добавила кружево еще. На второй стороне у нас тоже, господи, никак, кусочек платочка и пришит кусочек бархата, на котором стоят мои инициалы, да. Здесь вот тоже
сшита с любовью, по-моему, да? Да, сшита с любовью этикеточка. Ну и, конечно же, как дополнение идет очечник. Но так как я его шила из кусочков, то есть у меня остались, ну, довольно большие, но на целые детали мне не хватило. Поэтому я покрыла очечник органзой. И вот прострочила, я вам показывала, я нашла на своей машине строчку, то есть машина шьет сама волной. И вот получился вот такой очечник в сумочку. То есть мы имеем три сумки. Вот эта сумочка будет продаваться, я ее уже выставила в eBay. И также на Одноклассниках я открыла новый альбом. А как же он называется-то? А, мой магазин «Ручная работа». Вот. То есть в этом магазине, в этом альбоме я выставила некоторые вещи, которые я хочу продать. Кому будет интересно, заходите. Кстати, под каждым видео теперь в инфобоксе находится информация обо мне. То есть стоит мой имейл, адрес. Там различные ссылочки на другие видео, на другие каналы. И также стоят ссылки точно так же на Одноклассники, ВКонтакте, в eBay. Так что добро пожаловать! Так, ну, на сегодня это все. Сумочки я вам показала. Вот эти две сумочки не продаются. Эту сумку я сшила для себя, потому что, ну, как я уже сказала, платье у меня точно такое же. А вот эта сумочка уже продана. Так что осталась одна. Я надеюсь, я не утомила вас на этот раз. После длинного предыдущего видео, я думаю, что вы отдохнули на этом. Надеюсь, что вам было интересно, понравились мои платочки и сумочки. Если у кого-то будут какие-то вопросы по пошиву сумок, пишите, пожалуйста. Чем смогу, помогу. Я, в принципе, сама в стадии экспериментирования, но я хочу сейчас вот усовершенствовать именно вот эту форму, потому что она мне очень даже понравилась. И мне очень нравится шить вот именно, знаете, вот с этим кедром. Вот с этим кедром выглядит, конечно, сумочка намного богаче, намного интереснее. Так что будем работать вместе. Ну а сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам хорошего, до следующего видео. Пока!